Так, вот они рыбы. В общем, вот, чтобы была одинаковая температура воды и в пакете, и в воде. Вот так вот оставил на 2 часа. А сейчас буду идти заполнять аквариум. Вот у меня грунт есть. И аквариум. Сегодня наполовину наполню водой. Это будет такое временное место. А потом на основное поставлю. Итак, высыпаем. Так, высыпал. Сейчас так уравняли. Вот такой вот кораблик положу. И ракушек с улитками накидаю. Так, вот, получилось огонь. Так, и вот каминья еще цветное. Технические проблемы. Ну вот и все, в последний путь. Длиною, надеюсь, больше, чем в один день. Так, оп. В общем, 15 штук тут было. Посмотрим, сколько их останется через неделю. Ну, должны все выжить. Сегодня уже второй день. Значит, вот, добавил я воды уже, полный аквариум тут практически, поставил фильтр. Ну и все, рыбы плавают. Не знаю, буду еще добавлять каких-то растений или нет. Да, еще вот думаю купить автоматическую кормушку. Так, что-то тут темно, очень плохая картинка. В общем, вот так как-то выглядит все это убожество. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.